Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Суеверие и страх перед неизвестностью привело голых обезьян к созданию мифов и легенд. Надо же хоть как-то объяснить непонятный мир вокруг себя, особенно если в этом мире есть похожие на тебя существа с жутким бесовским внешним видом. Сегодня нас ожидает путешествие в Бразилию, где в беспросветных дебрях тропических джунглей нашло пристанище сухопутное порождение преисподней. Встречайте черноспинного саки или сатанинскую обезьяну. Черноспинный саки – это вид приматов из парвоотряда широконосых обезьян. Этот редкий вид является эндемиком восточной Амазонии в Бразилии. Ареал его очень небольшой и ограничен реками Токантис и Гражау. Описали нашего сатанинского друга впервые 200 лет назад. Тогда же этот редкий примат и получил свое религиозное название. А все потому, что выглядит обезьян и вправду как бесенок, а черная шерсть, будто опаленная языками гиены огненной, уж слишком тонко намекает на истинное происхождение нашего героя. Громкие крики, гримасы, массивные клыки и зловещий черный окрас этого небольшого примата произвели неизгладимое впечатление на европейских переселенцев, оказавшихся в новом свете. Но если бы все порождения дьявола были бы как черноспинный саки, то ад был бы весьма милым местечком. Все потому, что сатанинская обезьяна, несмотря на свой пугающий вид, поистине прелестное создание. Черноспинные саки являются не только совершенно безобидными для человека существами, но и играющими важную роль в местной экосистеме. Будучи убежденными вегетарианцами, они непроизвольно распространяют семена различных растений, в первую очередь фруктовых деревьев. Более того, им присуща толерантность по отношению к другим видам приматов. Кстати, для того, чтобы не мочить свою шикарную бороду, саки набирают воду в ладошки, поэтому местные прозвали их обезьянами-пьяницами. Длина тела взрослых саки до 48 сантиметров, а хвоста до 46, вес около 3 килограммов. Самцы немного крупнее и тяжелее самок. Мех короткий и темный, в основном черного цвета. Живут черноспинные саки небольшими, но дружными семьями, в среднем до 40-50. В них входят самцы, самки и их потомство. Питается черноспинный саки тем, что найдет на деревьях, где и проводит всю свою жизнь. И чем выше сатаненок находится, тем для него лучше, ибо на грешную землю дети сатаны без особой необходимости не спускаются. Минимальная высота, на которой можно встретить саки, 2300 метров над уровнем моря. В рационе сатанинских обезьян преобладает пища растительного происхождения. Они питаются плодами и незрелыми семенами более 80 видов растений, но их любимым лакомством являются крупные семена бразильских орехов, которые, кстати, весьма сложно расколоть. Изредка чертята кормятся жуками, цикадами, муравьями, осами, термитами, гусеницами и пауками. Ну а внизу, кроме как приключений на свою карму, ловить нечего. Удавы, рептилии, ягуары и даже полысевшие родственнички вершат свои крестовые походы по очищению джунглей от сатанинской нечисти. Ролики про всех них есть в плейлисте «Животные Америки». Однако решающий вклад в дело сокращения популяции сатанинских приматов вносят нелегальные вырубки заповедных территорий в бразильском штате Мараньян, где, собственно, и обитает львиная доля наших друзей. Еще в начале 2000-х ученые
Ученые обнаружили, что вместе с лисами поголовье черноспинных саки уменьшилось на 30% от первоначальной и так не сильно большой цифры. Совпадение? Не думаю. При этом естественный прирост черноспинных саки своими темпами не блещет. Хотят любви, порождение сатаны всего один раз в год, с марта по май. Для привлечения внимания всех чертей ведьмочки издают звуки, напоминающие кошачье мурлыканье. Беременность длится около 5 месяцев. Еще 3 месяца бесеныш висит на маме. Все детство хвост чертенка выполняет роль дополнительной конечности для лучшего сцепления с родительницей. Позже он утратит свою хватательную функцию и ограничится ролью балансира. А паспорт бесенок получит аж в 4 года из отведенных ему 16-18. Бразилия пока еще остается страной, где много-много диких обезьян, но очень скоро может лишиться этого статуса вместе со своими тропическими лесами. Так что, бразильцы, берегите природу, мать вашу. Ну а нам бы поберечь свою тайгу. А как вы думаете, черноспинный саки похож на бесенка? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!